Алексей Кириллович, из корпуса прислали коляску для отправки вас в Амачен. А ведь год назад я бы не поверил, что меня будет тянуть в Пекин, как когда-то тянул во Флоренцию. Знаете название самых выдающихся храмов и дворцов Пекина? Дворец глубочайшего мира, дворец небесной тишины, храм земного покоя. Покой, мир, тишина. Ладно, поеду в Амачен утром. Знаете, Сергей, она все еще держит меня. Крепко держит. О чем вы? Уже 30 лет она меня не отпускает. Она все время рядом. Даже сейчас она здесь. Анна! Где ты? Уеду в Амачен или еще черт знает куда. Может, тогда отпустит. Ну что, Чиншан, пойдем, рожденная весной. Цола! Цола! Что вы сказали? Уходим по-китайски. Так вы недорассказали. Нет финала. До завтра еще много времени. Цола, Чиншан. Что, собственно, вы от меня хотите? Решение? Хоть какого-нибудь решения. Я обращаюсь к тебе не как к государственному человеку, а просто как к человеку. И доброму человеку, и христианину. Ты должен ее пожалеть. Мне казалось, что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Алексей Александрович, ради Бога, не будем. Что прошло, то прошло. И ты прекрасно знаешь, чего она хочет и желает. Развода. Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода. В том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так отвечал и думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным. Ради Бога, она ведь уже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди хоть на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее теперь – это вопрос жизни и смерти. Так ты отказываешь в своем обещании? Я никогда не отказывал в исполнении возможного. Но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно. Алексей Александрович, я не хочу в это верить. Она несчастна, как только может быть несчастна женщина. И ты не можешь отказать ей в такой... Насколько обещанное возможно. Я как человек верующий не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. Позволь, но в христианском обществе и у нас развод допущен. Также развод допущен и церковью. Допущен. Но не в этом смысле. Я уже говорил тебе. Алексей Александрович, я не узнаю тебя. Не ты ли все простил? И движимый христианским чувством хотел все пожертвовать. Не ты ли сказал отдать кафтан, когда берут рубаху? И что теперь? Я прошу вас прекратить этот разговор. Прости, если я тебя огорчил. Я только лишь посол, который доносит свое поручение. Я должен обдумать. Послезавтра я дам вам решительный ответ. Сергей Алексеевич. Пусть Сережа зайдет. Сережа? Сергей Алексеевич. Я было подумал, директор департамента. Алексей Александрович. Анна просила меня повидать его.
Только имей в виду, что ему, сыну, никогда не говорят про мать. Я прошу тебя ни слова не упоминать про нее. Экий молодец стал, а? Не то, что Сережа, целый Сергей Алексеевич. Ты хоть помнишь меня? Помню, дядя. Помнит. Ну, как у тебя дела? Ну, прощай, Алексей Александрович. Жду решения. Сереж. Скажи, а когда у вас в школе уроков нет, вы чем занимаетесь? Мы играем в железную дорогу. Это как? Это видите ли так? Двое садятся на лавку, а другой становится. И запрягаются. Можно руками, можно и поясами. И пускаются через все залы. А двери уже вперед отворяются. А ты... Мать, помнишь? Нет, не помню. Отставьте меня. Помню, не помню. Какое вам дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое. Знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Я решила, зачем ждать здесь развода? Мне все ли равно? Деревню. Ты согласен? Конечно. Когда же ты думаешь ехать? Когда ехать? Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем. Послезавтра. Да. Нет. Послезавтра воскресенье. Мне надо быть мамой. Ты можешь поехать к матери завтра? Да нет. По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получится завтра. Если так, то мы не уедем совсем. А чего же? Я не поеду позднее. В воскресенье или никогда? Почему же? Ведь это не имеет смысла. Для тебя это не имеет смысла? Потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что занимало меня здесь, это бедная английская девочка. А ты сказал, что это притворство. Ты ведь говорил, что я не люблю дочь. Что я притворяюсь, будто люблю эту англичанку. Что это ненатурально. Я никогда этого не говорил. Я сказал только, что не сочувствую этой внезапной любви. А чего ты, хвастая своей прямотой, не говоришь правду? Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправды. Я люблю ясность. Ясность не в форме, а в любви. Хорошо. Поедем послезавтра, если ты хочешь. Я напишу маман, чтобы она через кого-нибудь прислала мне деньги. Очень жаль только, что ты совершенно не уважаешь моего мнения. Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать. Это уже невыносимо. Для чего ты испытываешь мое терпение? Оно имеет пределы. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что...
Я должен спросить вас, чего вы от меня хотите? Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы того желаете. А, впрочем, этого я не хочу. Это второстепенно. Я хочу любви. А ее нет. Стало быть, все кончено. Постой. Постой. В чем дело? Я сказал, что отъезд нужно отложить на 3 дня. Ты мне на это сказала, что я лгу, что я нечестный человек. И повторяю, что человек, который попрекает меня в том, что он всем пожертвовал для меня, это хуже, чем нечестный человек. Это человек без сердца. И я хотела бы тебе еще вот что сказать. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя. И поверь, для меня женщина без сердца, старуха она или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересно. Я ее знать не хочу. Анна, я попросил бы не говорить неуважительно о моей матери. Женщина, которая не угадала своим сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той нет сердца. Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю. Ты не любишь мать. Это все фразы. Фразы, фразы. А если так? Надо решиться. И я решился. Никогда еще не проходило дня в ссоре. Но нынче это было в первый раз. И это была не ссора. А что же? Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Знаешь, мне порой кажется, что мне уже все равно. Ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод. Все это не важно. Нужно лишь наказать его. Анна, что ты? Что ты? Наказать и одержать над ним победу. Есть лишь один единственный способ и восстановить в его сердце любовь ко мне и наказать его. И ты что такое говоришь? Ты пугаешь меня. Я вот подумала, стоит лишь выпить всю склянку опиума, чтобы умереть. Это ведь так легко и просто. И тогда он будет мучиться и раскаиваться, и любить мою память. Когда уже будет слишком поздно. Когда меня уже не будет, и я буду для него лишь воспоминанием. Анна, прекрати, прекрати. Это ужасно, что такое ты говоришь. Как я мог сказать ей эти жестокие слова? Как я мог? Но теперь ее уже нет. Она навсегда ушла от нас, она там. Анна, прекрати немедленно. Знаешь, я в последнее время все думаю. Тогда, во время той болезни после родов, зачем я не умерла тогда? Да, умереть. Умереть. Анна, пожалуйста, прекрати, это невозможно слушать. И тогда стыд и позор Алексея Александровича, Сережи и мой. Мой ужасный позор, все искупится смертью. Анна, прекрати. Ложись спать. Ты плохо выглядишь. Нет, все. Только жить. А ведь я люблю его. Ведь он любит меня. Это все было и пройдет. Да, пройдет. Ну вот ты плачешь. Это слезы радости. Они возвращают к жизни. Дорогая моя, тебе нужно отдохнуть. Я поеду к себе, а завтра приезжай ты ко мне.
Юля, дорогая, спасибо тебе. Спасибо. Здравствуйте, граф. Ой, прости, я их не ждал. Книги нет. Граф, ваша маман просила вам передать. Благодарю. А ведь, кажется, уезжаете надолго. Пока не знаю, княгиня. Думаю, да, надолго. Тогда прощайте. Удачи вам, граф. Прощайте. Трогай. С дочерью заезжала. Привезла мне деньги и бумаги от мамы. Так как? Мы завтра едем из Вижинска, не правда ли? Вы, но не я. Анна, эдак невозможно жить. Вы, но не я. Это становится невыносимо. Вы раскаетесь в этом. Пусть подадут мою коляску. Короче говоря, я уехал. В тот момент я ее просто ненавидел. Поехал по каким-то делам в город, потом в имение к матери. Правда, не помню зачем. Там я получил от Анны записку. Она ее написала, видимо, тотчас же, как я уехал. Но ее посыльный смог меня найти лишь к вечеру у матери. Помните, что она писала? Да, помню. Она писала: «Я виновата, вернись домой, нам надо объясниться. Ради бога, приезжай, мне страшно». Я тотчас же ответил. Написал ей, что ее письмо меня не застало, что скоро буду дома. Отправил ей. Но она уже была на этой станции. До сих пор не понимаю, как она там оказалась. К слову, было уже поздно. То есть, если бы ваша записка застала ее, то ничего бы не произошло? Не произошло. В тот раз точно бы не произошло. Лаврентий! Куда поехал граф? Их сиятельство уехали в конюшни. Они приказали доложить, если вам будет угодно выехать, то коляска вернется за вами. Поезжай в конюшни. Проси графа, чтобы он вернулся как можно скорее. Вот записка.
Да. Скоро приедет папа. Завтра мы поедем в деревню, и все будет хорошо. Фебель, я? Где начальник? На перевязках. Позови. Слушаюсь. Что случилось? Скоро здесь будут японцы. Большой отряд. Я встретил их отсюда в верстах в 10. Откуда они здесь? Да кто там разберет? Бардак какой-то. Где наши, где самураи. Мой вам совет. Как можно скорее собирайтесь и уезжайте. Иначе будет поздно. Уезжайте. Вперед! Эй, дорогу! Неужели все кончено? Нет, это не может быть. Он вернется. Анна Аркадьевна, ответ подождать. Но как он объяснит мне эту улыбку? Это оживление после того, как он говорил с этой Сорокиной. Ну и не объяснит. Все-таки поверю. Но он едет уже. Он приедет сейчас. Пятнадцать минут туда, 15 назад. Уже должен быть. Как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной? По времени уже должен был вернуться. Если я не ошиблась. Может быть, я ошиблась в расчетах? Анна Аркадьевна, да едет, кажется. Это ж наша коляска дребезжит-то так. Заставу. Они уехали к матери в имение. Что? Что тебе? Да ведь он не получил его. Поезжай с этой же запиской в деревню в графине Вронской, знаешь? И тотчас же привези ответ. Я сама. Что же мне делать? Ах, да. Я ведь могу еще и телеграфировать. Запиши. Запиши и передай, чтобы телеграфировали графине Вронской для графа. Мне необходимо переговорить. Сейчас приезжайте. Аннушка, милая, что же мне делать? Так, чего же так расстраиваться-то? Ведь оно ж бывает. Вот вы к Дарье Александровне поезжайте. Может, оно само все и
рассеяться. Да-да, я поеду. А если без меня будет телеграмма? Переслать к Дарье Александровне. Нет, я сама вернусь. Позвольте, я с вами. Да-да-да. Не надо думать. Надо делать что-то. Уехать. Уехать из этого дома! Анна, милая, отчего ты не проходишь? Я хотела сама быть у тебя. Нынче получила новое письмо от Стивы. Пишет, что не совсем понимает, чего именно хочет Каренин, но постарается добиться от него окончательного ответа. Я думала, у тебя есть кто-то. Да, у меня Китти. Она осталась в детской. Я сейчас принесу письмо. Каренин не отказывает, напротив. И Стива надеется... А я не надеюсь. И даже не желаю надеяться. Меня это совершенно не интересует. Анна, милая, вот я надеюсь... Что же ты? Китти считает для себя унизительным встретиться со мной. Может, она и права. Но не ей той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это. Хотя я понимаю, меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Анна, милая, что ты такое говоришь? Опомнись, ты так возбуждена. Что ж, Китти не хочет встречаться со мной, да? Прячется от меня. Какие пустяки. Китти кормит. И у нее не ладится дело. Я ей советовала. Она очень рада. Она сейчас придет. А ты разденься и заходи. Не стоит. Я заехал проститься с тобой. Мне надо ехать. Милая, куда ты сейчас поедешь? Останься. Мне надо на станцию. Анна, милая, зачем тебе на станцию? Останься. Прощай, Доля. Опоздал на поезд, я уже вернулся теперь. Но прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого я так ненавидела, как этого человека. Так их сиятельство письма-то не получали. Нет, нет, он все знает. Он теперь спокойно разговаривает с матерью и с Сорокиной. Они радуются моим страданиям. И я поеду на станцию, а если его там нет, то поеду к его матери и улечу его. Поеду туда и улечу его! Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Да, да, он хвастался мной. А теперь это прошло. Гордиться нечем, не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, а теперь я... Я не нужна ему. Все образуется, Анна Аркадьевна. Все обойдется. Нет, нет, Аннушка. Да, наверное, он любит меня, но как? Вкус притупился. И если я уеду от него, он в глубине души будет рад. Моя любовь все делается страшнее себялюбивее, а его гаснет, гаснет. И помочь этому нельзя. Господи, если он из долга будет добр, нежен ко мне, а любви не будет, это хуже в тысячу раз даже, чем злоба. Это ад! Этих мест я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома. А в домах все люди, люди, сколько их конца нет. И все ненавидят друг друга.
невозможно. Мы жизнью расходимся. И я делаю его несчастье, а он мое. И переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки сделаны. Винт свинтился. Боже мой, как он похож на этого страшного старика из моих слов. Он говорит по-французски. И все бьет по железу. И сам бормочет, бормочет. Господи, как же мучительно я люблю и ненавижу его. Боже мой, как же страшно бьется сердце. Ты смеешь мне не верить. Вот тебе 10. Чем 10? Вы 5 должны. Где ты тут? Черт убратец. Снимаю. Вам надо? Господин полковник. Карту? Да. Да я не буду рисковать. Все-таки ты играешь не как офицер, а как уездная чиновница, которая увидела впервые кучу денег, а жаднилась, как никто не стянул. Скрываюсь. 5 очков. Что у вас? Да что за карта, черт? Король, дама, десятка. Форменный жир, ни одного очка. Туз 8, 9. Вы снова сняли банк, господин полковник. Везет же вам. Не всегда. Чей черед сдавать? Ваша очередь, Алексей Кириллович. По 10 рублей. Господа, я за вами. Мы выдвигаемся. Алексей Кириллович, ваша коляска готова. Благодарю вас. Сейчас только окончу партию. Вам еще? Давайте. Черт, подглядел себя. Вам? Свои. Черт возьми, японцы совсем близко. Надо ехать, да? Нет. Окончим партию. Вскрываем. Как вы? Господин полковник. Да, действительно, пора ехать. На дорогу! Алексей Кириллович, коляска ваша здесь. Девчонку, китаянку не видели? Алексей Кириллович, ехать надо. Чуньшен! 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 Чуньшен!
Пойдем, не бойся. Всех раненых пропустить вперед! Здесь карты вокруг! Пойдем, Чиж. Не бойся. Ну что, Чиж, прощай. Все хорошо? Хэнхао? Хэнхао. Алексей Кириллович, уезжайте. Я остаюсь здесь. Пора, я не могу вас здесь оставить. Вы ранены. Вам так меня жаль? Дело не в жалости. Вы офицер генштаба и не можете попасть в плен. Нет, поверьте. В плен я не попаду. И не забывайте, я здесь старший по званию. Уж на час мы их точно сдержим. Зачем вы это делаете? Даст Бог, свидимся. Позаботьтесь о Чуршен. Послушайте, Сергей. Может быть, тогда на станции я ошибся. Может быть, это была не Анна. Порой мне кажется, что она жива. Просто уехала куда-то. И не хочет возвращаться. Что вы говорите? Были похороны. Ее давно похоронили. А к черту похороны. Они всегда хотели избавиться от нее. К черту. Капитан, возьмите-ка десяток солдат. Держите правый фланг. А я их здесь встречу. Слушай. Точно не сдержим. Отходите за фанзы, рассредоточиться. Стрелять только прицельно. Через полчаса уходите. Кто в живых останется? Служусь! Стрелять прицельно! Беречь патроны! Не высовываться!